Приветствую всех на канале Девкудоискатель. Вечерком приехали, сейчас 5 часов вечера, начало 6. Солнышко еще припекает, но уже терпимо. Где-то градусов 28, наверное. Приехал на это поле в надежде, что его продискуют. И его продисковали. Ура! Я тут, наверное, буду один из первых после того, как его продисковали. Ждем находок? Нет, я не первый. И традиционно мы видим незакопанные ямы. Это капец какой-то. Пидоасы. Одним словом. Хреновенько продисковали. Стерня частично стоит. Ну да ладно, походим. Гора всякого шмурдяка. Ну вот у нас цвет мед. Алюминий или латунь. Не знаю. Достаточно часто такие вот попадаются. Как решетки, что. Берем. И двигаемся дальше. Что-то странный какой сигнал. Это у нас монета. Ну, сигнал. А, 20 копеек. Рамочник. Рядом чермет, поэтому 90 и 50, 60. Ну что, первая монетка есть. Отлично. 20 копеек. По-моему, 1935 год. Достаточно частая. Медно-никелевая монета СССР. Чпок. Ага. Это у нас пуговица с якорем. Жалко, с потерями. 85 сигнал был. Ну, еще одна находочка. Восемьдесят один. У нас конина. Громкость сигнала такая, что, блин, кажется, что тут что-то крупное очень. Оказывается, тут маленькая конина. Элемент конской упряжи. Тоже находка. Ты капец какой-то. Как я умудряюсь еще находить тут монетки? Слышите сигнал какой? 0,3, 0,5. 29. Пробивался 56. По-моему, монетка. Да? Это капец. По-моему, 10 копеек щитовик. А, не, рамочник. Еще один рамочник. Да. Насколько мы привыкли уже ходить по мусоркам, вот такие сигналы выцепляем. Вы слышали сами. Ничего подобного. С хорошим сигналом нет. Чпок. Еще один сигнал имперский. Смотрите, опять такая же фигня. Кто знает, что это такое? Это медь, по-моему. Берем. Что-то от техники явно. Почему медное? Сигналище был глубокий, мощный, 85. Выкопал тут гора кирпичей, фундамент. И вот верхняя часть сгнила уже от керосиновой лампы. Здесь вот фитиль был. Так вот стекло одевалось. Жаль, жаль, жаль. Все сгнило. Очередная находочка. Латунная. Это вот у нас от самовара. Такие прихваточки были на крышке. Так вот подымать. А здесь должна была быть деревянная шишечка такая.
тоже находка, артефакт. Глазами вот нашел на фундаменте пузырек такой. Такого у меня нет. С коротким горлышком. Жалко, с потерями. Плугом его зацепило и здесь, и здесь. Все равно возьмем. Такого пузырька у нас нет. Солнышко садится. Еще, наверное, с полчаса, минут 40 и домой. Уже прям прохладненько стало на поле. Итак, солнышко заходит. И мы заканчиваем. Как-то я надеялся на большее количество находок. Но очень грубо. Очень грубо. Ходить нелегко. Стерня мешает. Так, идем к машине. Ну и как обычно, в конце покажу, что мы накопали. Картиночку покажу. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. Пока-пока.